Итак, что тут у нас по телеку? Да у них! А представляем вам новый iPhone 7. О, круто! Что же изменилось? Новый iPhone 7 потерпел множество изменений. Многие из вас просили улучшить камеру, но мы пошли дальше и добавили вторую камеру. Благодаря двойной камере вы сможете увидеть, как будет выглядеть одно фото с двух сторон. О, пора сделать двойное фото для моего Инстаграма. Раз, два... Но это еще не все. Теперь, когда вы делаете свое селфи, оно автоматически отправляется в ваш Инстаграм. Ничего не видно. Фак! В новом iPhone 7 мы усовершенствовали навигатор. Теперь Siri подскажет вам самые кратчайшие маршруты, и вы не опоздаете на встречу. Siri, я опаздываю. Как можно быстро проехать? Езжайте прямо. Хорошо. А потом куда? Загрузка. Siri? Siri, куда мне ехать? Куда мне ехать? Также, благодаря нашей новой технологии, Siri теперь может решить ваше домашнее задание по любому предмету. Все готово. Есть! Теперь я стану самым лучшим учеником в школе. Здравствуйте. Вот моя работа. Это неверно! Ах ты, тупая сволочь, умри. Так тебе. Очень тупая дура. Многие из вас жаловались, что при видеосвязи FaceTime возникали проблемы с соединением. Мы решили эту проблему, и теперь вас ожидает отличная связь с вашими друзьями, где бы вы ни находились. Знаешь, я думаю, ты моя лучшая подруга и совсем не уродка. Не то что эти тупые одноклассницы, у которых нарощенные ресницы, прыщи и вообще ты по сравнению с ними цветочек. Не то что они... Отстой! Черт, кажется, проблемы с соединением. Алло? Алло. Знаешь, я думаю, что это уродка. Эти тупые нарощенные ресницы, прыщи и вообще ты отстой! Мы также решили проблему со звонками. Теперь, когда вы будете разговаривать по телефону в шумном месте, iPhone 7 автоматически включит громкую связь. Алло. Слышишь ты? Я нашла твой второй дневник! Когда придешь домой, я отхлестаю тебе ремнем так, чтобы твоя жопа горела ярким пламенем! Ну что ж, это были несколько причин, из-за которых вы просто обязаны купить наш новый iPhone 7! До скорых встреч! Покупаю! Снято! Выключай это дерьмо!